Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Продолжаем обсуждать прошедшие выборы. О чем говорят итоги избирательной кампании и какой будет районная власть? Это и будем обсуждать сегодня. И в нашей студии руководитель общественной палаты Самары, почетный гражданин города Владимир Золотарев. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, мы ждем ваших реплик и мнений по поводу прошедших выборов. И Владимир Иванович будет комментировать. Здравствуйте, Владимир Иванович. Да. Добрый день, вечер. Добрый. Скажите, с каким настроением, настроем прошел вчерашний день? Во сколько вы проголосовали, когда вы пришли на избирательный участок? Я голосовал досрочно. Поэтому говорить о том, какие впечатления от присутствия избирателей там на избирательном участке, ну, будет некорректно. А досрочно голосовал, да, это было очень удобно сделано, и кто по каким-то причинам затруднялся, всегда мог решить эту проблему без всяких затруднений. Но сегодня мы уже знаем итоги голосования, как выстроились партийные списки, другие победители прошли, не прошли в этих выборах. Вот как вы оцениваете результаты этой выборной кампании? Что вас, может быть, тревожило, смущало? Если говорить о том, какие политические силы набрали больше, какие меньше, но тут ничего непредсказуемого, на мой взгляд, нет. Почему? Потому что, естественно, что партия власти, она пользуется, конечно, и большим вниманием, и большей известностью даже среди населения. Это вполне естественно. А если говорить о явке, то тут, по-моему, вопросы есть. Сравнить явку теперешних выборов, хотя она, в общем-то, не такая уж и плохая, у нас тут около 37%, а в Саратове 11%. Есть разница, о чем поговорить, подумать. Но, тем не менее, это все-таки далеко не то, что было при выборах губернатора, когда 90% с лишним было. И это заставляет задуматься. Задуматься заставляет и очень серьезно. Это, ну, во-первых, конечно, часть людей относится к выборам, ну, скажем так, недостаточно внимательно или даже недостаточно ответственно. Это их ошибка. Я так считаю, что это их ошибка, если не сказать больше. А с другой стороны, у многих людей есть недовольство существующим положением дел. В том числе и недовольство, скажем, действиями власти и местной власти. Когда человек с чем-то обращается и встречает не то, что непонимание, а такое, знаете, холодное пренебрежение теми вопросами, которые задаются, это плохо. Если можно, я коротенький пример приведу. Пожалуйста, мы открывали арку Победы на аллее Трудовой Сплавы. Ну, там все руководство присутствовало, в том числе и губернатор был. И вот губернатор в своем выступлении сказал, что хорошее дело сделали, что аллею Трудовой Славы нужно привести в порядок. Для Безымянки это для людей будет место, где и погулять можно, и заодно посмотреть на то, что было, что будет. И, естественно, возник вопрос о том, что начинается аллея Трудовой Славы с сквера Металлурга, а заканчивается она скверу Молодежным на Нововокзальном. Так вот, со сквером Молодежным уже в течение 5 лет идет тяжба. Туда, во-первых, неизвестно, кто и как разрешил, ну, поставили церковь, ладно, пусть так, небольшое место это заняло, ну, храм, духовное воспитание людей, понятно. А затем есть проект построить в этом парке спортивно-развлекательный комплекс, большой, то есть парк уничтожить. Интерес предпринимателя понятен, ему нужна бесплатная земля, чтобы потом качать деньги. Уже около 5 лет этот вопрос тянется, но что меня больше всего взволновало? То, что процесс зонирования, то есть возможность использования этой земли под новое или под другое строительство, или вообще запрет строительства, был рассмотрен нашей городской думой и решен не в пользу населения. Вот представители народа, да? Да, это представители народа, то есть системы формирования городской власти. А теперь мы можем надеяться на то, что депутаты, которые избраны там, они наверняка составят, это уже раз они избраны, совет промышленного района,
И этот совет промышленного района будет делегировать своих депутатов в городскую, а там уже будут избирать и руководители, и в том числе проводить там комиссии, ну, с участием, конечно, губернии на административное руководство города. Вот этот момент упускать нельзя. Причем, что еще неприятно, я по линии общественной палаты с Олегом Борисовичем Фурсовым говорил на эту тему, и он при мне Рубакову сказал: подождите, отложите вопрос с рассмотрением в суде. Вот последний раз, когда рассматривался. Прошло месяца два или три, я начинаю этот вопрос проверять, как и что. И оказывается, суд все-таки состоялся не в пользу. Вот вам качество власти и дисциплина внутри власти. Это вот такие моменты, они, конечно, могут на людей влиять очень-очень отрицательно. Поэтому, поэтому надо работать новым депутатом как следует. Да, есть над чем работать. Но, кстати, вот по поводу не такой высокой явки. Вчера у нас были в студии эксперты, говорят, это не такой высокий уровень выборов власти, да, вот районная власть. Это не высокий уровень власти, поэтому явка может быть низкой. А чем выше уровень власти, там, губернские депутаты, губернатор, то и явка будет выше. Вот вы это соотносите с этим или нет? Или это уровень районных проблем не может быть? Ну, я не думаю так. Дело в том, что вот этот уровень власти теперешний районный, который возрождается, он достаточно эффективен был в советское время. Сейчас вот приблизительно похожая схема получается. А то, что люди меньше пришли, это, скорее всего, ну, во-первых, система подготовки. Раньше агитаторы были, ходили, уговаривали. Да. Сейчас все построено на электронике. Сами кто дойдет до избирателей. И даже, я скажу так, даже на некоторые небрежности. Почему? Потому что вот мы идем выбирать по одномандатному округу кандидат. Известно, ну, в принципе, только его место работы. И все. А когда дается вот списочек из трех человек по партии, там вообще неизвестно, кто это такой. Поэтому это тоже, наверное, каким-то образом влияет, плюс то, что вот я вам до этого сказал. Поэтому есть над чем поработать, есть о чем подумать, особенно вот вновь избранной власти. Да. И еще вот минусами нынешней избирательной кампании называют то, что, во-первых, 13 сентября – это, ну, почти лето, так скажем. Дачники заканчивают, завершают сезоны на дачах, кто-то рыбачит, кто-то еще что-то. И плюс то, что день города совпал, и люди ушли гулять, и на второе место поставили уже избирательный участок. Я, конечно, как и любой, могу ошибаться, и, может быть, в чем-то ошибаюсь, но мне кажется, что сам по себе день города мог бы только лишь подстегнуть это. Потому что, во-первых, это не, скажем так, не насквозь с 7 там, утра до ночи, а с определенными перерывами, а за эти проголосовать не так уж много времени требуется. Плюс вот то, что я уже говорил, очень неплохо было организовано то, что можно было проголосовать заранее. Даже людям, которые имеют какие-то ограниченные возможности, можно было по телефону пригласить к себе, куда уж больше, ради бога. Поэтому, наверное, все-таки не это сыграло. Ну, уже просто люди ищут причины, чтобы как-то вот объяснить, почему. Скорее всего так. Знаете, Владимир Иванович, к нам вчера приходило много экспертов, и одна из них, директор Дворца пионеров, или вот как он сейчас, Бодрова Татьяна Евгеньевна, она меня вдруг спросила в эфире, знаете ли вы, кто восстановил у нас Грушинский фестиваль? Это Владимир Иванович Золотарев. Вот какое отношение вы имеете? Я вот решила, так как вы сегодня пришли к нам в гости, уточнить, как это все... Вот ваше отношение к Грушинскому фестивалю. Да я его не восстановил. Вот она так вам благодарна? Нет, она в принципе сказала абсолютно верно. Почему? Потому что Грушинский фестиваль был очень, так сказать, вызывал большой интерес у людей. Там большое скопление народа. Если там нет достаточной организации, естественно, можно ожидать какие-то, ну, скажем, там выпады, беспорядки или что-то. И тогдашняя областная власть, для того, чтобы голова у нее не болела, решила закрыть этот фестиваль. И какое-то время он был закрыт. А когда я работал в горкоме партии, ко мне подошли люди, там, Кельман, все стали говорить о том, что как бы возродить фестиваль. А я до этого был на этом фестивале, послушал там, ну, мне очень понравилось, хорошие песни, ничего там такого противогосударственного не было.
Ну, пошел к секретарю обкома и, в общем, сказал, что это надо восстанавливать. Ну, он тоже поступил по-своему правильно. Он говорит, ладно, но если что случится, вот ты будешь отвечать. Вы взяли на себя ответственность. Нормально, да. Нормально, да. Ничего. И спасибо большое за это. Да, но, тем не менее, приятно, что... И вот недавно были на этом фестивале, вот на последнем. И приятно было то, что там руководство области было. И оно стало поддерживать. Да. То есть не вопреки, а как раз вместе. Да, почему вспомнила? Вот к этой теме подошла, потому что День города, и вот Грушинский фестиваль, он все-таки как-то характеризует Самару. Многие знают Самару как место, где проводится Грушинский фестиваль. И раньше таких брендов было, там, «Шоколадная фабрика Россия», «Набережная наша», «Волга» и так далее. А сегодня вот что можно назвать нашей вот характерной чертой нашего города? Вот ну, для во-первых, вас этот город космический. Все. Самара космическая. Это первое, да. И ракеты есть, и музей там есть. Хотя, конечно, экспозиции так его можно расширять. Никуда не ушла «Волга», никуда не ушла «Набережная». «Набережная» великолепно стали восстанавливать. Делали это еще давным-давно, лет почти 30 назад. А вот недавно Азаров Дмитрий Игоревич этим занимался. Очень хорошо восстановили. Потом вот этот памятник князю Засекину. Да. Он, во-первых, художественно выполнен, великолепно. Просто мне, например, очень нравится. Вот. И, во-вторых, это бренд. Здесь никуда не денешься от этого. Опять же, на той же набережной там вот ладья есть. Ну, совсем неплохо. Поэтому я уж не говорю о «Жигулях». Ой, все-таки мы волжане, да? Природа волжане, для нас, река у нас наша. Есть что показать и пригласить людей. Владимир Иванович, первый вопрос от телезрителей к нам поступает. Хочу напомнить, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Сообщайте свое мнение по поводу прошедших выборов. Что вас устраивало, что, может быть, тревожит, и до сих пор вы не знаете ответа на какой-то вопрос задавайте. У нас сегодня прекрасный эксперт, почетный гражданин города Владимир Иванович Золотарев. Вот телезрители интересуются, для чего нужны вообще эти выборы в районные советы? Вот до конца нет понимания, наверное, все-таки, что такое районный совет и зачем они вообще нужны? Я должен прежде всего сказать человеку, который задал этот вопрос, что, извините, но нужно немножко интересоваться жизнью вокруг себя. И выборы эти нужны прежде всего для того, чтобы решать вот те проблемы, о которых я чуть-чуть раньше сказал, хотя бы там, по тому же парку. Если районная власть будет высказывать свое мнение о том, можно или нельзя делать ту или иную застройку, те или иные какие-то меры, которые идут вразрез с интересами жителя, это в любом случае прозвучит. И в любом случае по этому поводу какие-то решения будут приниматься. А если районной власти нет? Кто будет отстаивать интересы жителей? А вот тот депутат, который выбран вообще, с подачи общественного совета, микрорайона или партии, вот в том месте, где этот парк расположен, вот это его прямая обязанность. Да. Так он там и живет рядом, и его избиратели увидят, на следующий день после этого решения на улице скажут, именно поэтому нужны именно местные выборы, для того, чтобы тот человек, который будет во власти, не исключено, что он будет и в городской власти, и в районной одновременно, мог все, что нужно, доносить и отстаивать. Да, все-таки самое для нас дорогое и важное, это то, что рядом, то, что наше. Вот конечно, в первую очередь мы думаем о своей семье, о своем доме, дворе и так далее, куда ходит ребенок, в какие учреждения. Поэтому вот эти вот большие там государственные выборы, они с политической точки зрения имеют колоссальное значение, там партийность важна. А здесь нужен добросовестный человек, который всегда рядом. Если недоволен чем, пошел к нему, постучался. Да-да-да. И поэтому вот это вот то, что предложили людям выбирать по партийным спискам, может быть, на таком уровне, в таком масштабе районном, это не самое важное. Это несущественно. Да, это не это самое несущественно. Важное. Даже, я бы сказал, даже немножко больше. Это политические игры, если уж так. Может быть, это грубовато, но, на мой взгляд, это просто так. Потому что местная власть все-таки должна формироваться из людей, которым доверяешь, которым знаешь, и, которых надеешься, в конце концов. Хозяйственные и ответственные, добросовестные. Да. Вот хочу вернуться к набережной. Я знаю, что вы имеете отношение к строительству
третьей очереди, да? Как-то, ну, или третья, или четвертая называют, там, где ладья стоит. А как вот это все происходит? Как принимались тогда эти решения? Ведь вот, ну, если это интересно, то коротко, да, так. Угу. Я пришел работать в исполком после того, как этот пост покинул Росовский Алексей Андреевич. И он, занимаясь вопросами отселения из ветхого жилья, там такие кормыши были, дальше ехать некуда, да. Вот. Я пришел, когда уже отселение практически закончилось. Место хорошее, нормальное. Но любое дело с чего-то надо начинать. А у нас был такой Юрий Васильевич Карцев, это мостоотряд 21, у него главная организация в Самаре была, но работал он здесь, в том числе и по строительству метро. Вот я его пригласил и попросил: Юрий Васильевич, давай сделаем подпорную стенку. Все, больше ничего. Сделаем. Сделали подпорную стенку, а дальше уже вот городские службы. Он сказал: ребята, не надо никаких дополнительных там пробивать наверху смет или чего-то. У нас есть управление благоустройства. Вот, пожалуйста, пусть одну террасу делают, другую, третью. Ну, вот так потихоньку появилась набережная. Да. И как хорошо, что это произошло, потому что это была новая очередь. Уже, это было, да, совершенно новая очередь. Ну, да. Ну, любое место, конечно, хорошо. А это место удобно тем, что там склон крутой. Здесь у нас набережная плоская, красиво сделанная. А там крутой склон, там мероприятия какие-то такие массовые проводить гораздо удобнее. Да, да, да. Ну вот если вернуться все-таки к выборам, выбор горожане сделали. Много ли, мало ли проголосовало. Вот интересно все-таки, что будет дальше? Какие полномочия будут у этих депутатов районных советов? И как они будут сотрудничать вот с районными этими администрациями, с руководителями? Это будет строиться по примеру городской власти, да? Вот как вот мэр города и депутаты городские, да? Только в меньшем масштабе, да? Вот эти полномочия, они сегодня уже утверждены? Ну, люди, знаете, понимают, наверное, что они могут делать? Так. В данном случае губернатор пошел на это, имея опыт работы советских райсоветов, райисполкома. Это, конечно, не копия того, что там было, но взято хорошее зерно. Исполком, что это такое? Это выбранные люди выбирают орган, который исполняет их решение. Так. Сейчас тоже немножко похоже. Почему? Потому что выбраны депутаты, и они из своего состава выбирают главу района и делегируют из своего состава в городскую думу. Из своего состава. Понятно. То есть это не просто там какая-то партия там предложила каких-то людей, которых никто не знает еще толком, и все, и сформировали городскую думу. А это уже будут люди, которых, ну, избрали те, кто их хорошо знает. Вот в этом есть особенность, и это дает определенную надежду. Понятно, да. Эти выборы характерны еще и тем, что принимала, вот вчера как раз Татьяна Евгеньевна Бодрова сказала, что 50 было молодых, практически юных кандидатов в депутаты. Вот это такая новая интересная деталь, которая появилась в последнее время. Но это хорошая деталь. Да. Это хорошая. Почему? Молодежь. Потому что ну, у молодежи появились амбиции. Они желают работать в органах власти. Другое дело, что реализовать эти амбиции каждый может по-разному. И подготовка тут тоже может быть разной. Тут уже избиратель пусть сам смотрит, кого выбирает. Но то, что есть из кого выбирать, это уже хорошо. Да. Вот к чему, да, задаю этот вопрос, потому что, ну, традиционно у нас молодежь мало голосует. Всегда так было. Пока молодой, уже не до выборов. Как вот это, на ваш взгляд, нужно ли менять это? Все-таки молодежь вот приближать к такой гражданской активности, чтобы они голосовали, стремились сами что-то. Потому что это же самое креативное, самое творческое. Такая вот, когда еще глаза горят, и есть какие-то идеи. Безусловно. Как это сделать? Вот как сегодня выстроены вот это воспитательные, патриотические, я бы сказала, моменты, ну, я не по знаю гражданской вот такой активизации? Абсолютно четкого ответа на этот вопрос. И больше того, когда разговор идет там о формировании резерва на властные структуры, мне кажется, это не солидно. Не солидно и, не знаю, может, даже не умно. Почему? Потому что людей надо выбирать не по их амбициям, а по их делам.
У молодежи, да, у молодежи еще не появилось, так сказать, mm-hmm. вот в жизни достаточного времени, чтобы очень mm-hmm. себя проявить. Но если он уже чем-то себя проявил, и если его знают как человека порядочного и стремящегося сделать что-то хорошее, то, ради бога, надо идти во власть, надо таких людей пускать. Пусть это будет не 100%, ведь всегда опыт и молодость, они давали самые лучшие результаты. Так что тут все нормально. Да. И вот еще из предложений, опять же, вот отсылаюсь к вчерашним экспертам, было озвучено сделать голосование обязательным. Вот внести такие вот там законопроекты в Думу и вообще предложить, чтобы все это узаконить, и чтобы это было обязанно. Не правом, а обязанностью. Вот как вы к этому относитесь? Я не согласен с этим. Больше того, сейчас для того, чтобы выразить свое мнение, свое согласие или несогласие, сделано очень много. Ну, то, что мы говорили, как можно проголосовать одно, но можно проголосовать и против всех. А сейчас отменено против всех. А вот это зря. Вот, понятно. А вот это зря. Почему? Потому что это действительно ущемляет, скажем так, пожелание человека. А ведь действительно может сложиться такая ситуация, что не нашел предложенные своего кандидата. Люди, это не те. Да. Да. Ничего. Вот. А обязанность, ну зачем? Это не совсем правильно. Другое дело, что, наверное, можно говорить о том, что если человек не принимает участие в голосовании, он по меньшей мере инертен. По меньшей мере инертен. А если уж говорить больше, то это и безразличие, и, в общем-то, не гражданская позиция, непорядочность, то есть нежелание сделать что-то лучше. Вот, ну, об этом можно говорить, это можно писать, в конце концов. Человек не в безвоздушном пространстве живет. Угу. Вокруг люди есть, которые подскажут. Да. Вот если посмотреть на эти выборы с такой прагматической, даже практичной точки зрения, вот кому это выгодно? И в финансовом отношении, вот принесет ли это больше в бюджет города, там, районов, денег? И, может быть, даже со стороны власти, вот, что власть с себя какие-то полномочия снимет и будет уже полегче. Вот, значит, я с этой точки зрения думаю, что понял. А у нас все-таки разные уровни власти. Есть власть городская, есть районная, есть губернская и дальше. Угу. Так вот, по городской власти мы уже немножко говорили. Придут в городскую думу люди, которые действительно знают прям вот сами на себе, извините, на своей шкуре, да, чувствуют, что надо сделать. А тут, ну, никуда не денешься. Сплошь и рядом встречаться приходится с такими вещами, что работает чиновник, и он работает в рамках того, что написано. И он исполняет это, хорошо исполняет. А то, что нужно, иногда не вписывается сразу в эти рамки. И подумать о том, как это сделать, не всегда бывает. Вот это одно дело. А второе, вот это первый интерес. А второй интерес другой. Вот, ну, понимаете это как хотите, да. Но вот то, что 3 года у нас новый губернатор, я не знаю, как кто это воспринимает. А я вот явно вижу, и не только по строительству дорог, благоустройству города, это уж, по-моему, каждый видит. А меня больше всего волновало и волнует другое. Самара потеряла во многом свой статус промышленного ядра России. А вы видите тенденцию возрождения? У нас авиационный завод практически ничего не выпускает. Завод, объединение Кузнецов, вот бывший завод Фрунзе и вот управленческие объединены вместе, только сейчас с приходом нового губернатора начал работу по восстановлению старых, вернее, не старых, а тех двигателей, которые прекратили делать, и разработки новые. А раньше этого не было. Больше того, собирались завод «Прогресс», который наши ракеты делают, объединить с какой-то московской компанией. Тоже такое же, да, солидное, они там все делают. Но губернатор отстоял, чтобы это было самостоятельно. И вот эта сторона вопроса очень важна. Но для того, чтобы это делалось, нужно, чтобы и на всех уровнях остальных это дело поддерживали. Вот с этой точки зрения интерес, ну, не выгода, а интерес власти губернской тоже есть. Поэтому тут понятно.
Это нужно. Это нужно. Опять же, с прежнего опыта, да? Как это привьется, насколько это будет эффективно и как быстро будет эффективно, это время покажет. Да. Сейчас говорить об этом рановато. Да. Ведь раньше вот районная власть как раз и сотрудничала с промышленными предприятиями. Очень тесно, да? Вот ваши вот... Да. Но нельзя сравнивать одно с другим. Ну, да. Нельзя. Почему? Потому что раньше, хотим мы или нет, но мы все работали в условиях, когда была одна партия. И какие-то вот перекосы были в связи с тем, что одна партия были. Была? И больше того, там, кроме партии, вся собственность была государственной. А сейчас она частная, и рычаги влияния совершенно разные тогда и сейчас. Абсолютно разные. Сейчас сложнее намного. Да. Ну вот финансовые вопросы, они самые сложные, самые такие животрепещущие. Как будет наполняться казна районного бюджета? Из чего? А вдруг она не будет недостаточно на решение? Законом определено. Определено, от каких статей, скажем так, сбора налогов туда будут поступать средства. А если вот сбор налогов будет не на высоком уровне, вот что делать? Нет, не только. Скажем так, тот сектор, который идет в район, он как раз в интересах района и будет. И власть районная, чтобы пополнять собственный бюджет, за этим тоже будут. Посматривать будет, да, будет посматривать. Но тут еще одно самое важное. Сейчас мы можем говорить много, хорошо ли, плохо ли, но это опять же время должно показать. Вот начнут они работать, будет видно, что нужно им добавить, что можно добавить, и как быстро это сделать. И вот губернская дума и губернатор, они когда этот закон, в общем-то, готовили, и депутаты когда принимали, там оговорили, что этот закон не догма. Время будет показывать, что нужно делать. Его можно будет корректировать. Если это будет выдержано, будем надеяться. Понятно. И вот еще важный такой момент – финансирование социальных учреждений, лечебных, образовательных, там, да, дошкольных. Это будет, это будет так... более высокого уровня понятно. Власти. Ну, к примеру, не переходят сейчас, они в районы, да, никаким сейчас образом. Лечебные учреждения финансируются даже не городом, а губернией. Понятно, да. Ну, ничего, пока работаем. Да. Правда, тут возникают вопросы другой, не столько с точки зрения финансирования, сколько с точки зрения качества обслуживания. Это уже надо смотреть более низко. Так что в этом ничего страшного нет. Образование тоже... Понятно. Но вот вопросы, связанные, предположим, с детскими садами и с качеством работы, особенно детских садов, честно, ну, наверное, власть районная может поинтересоваться. И если сама не может напрямую повлиять, то, опять же, через своих депутатов может вынести этот вопрос на любой уровень. А были уже какие-то тревожные сигналы по частным садам или что? Что да, вас беспокоит? Да, 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 да. Ну... Не хочется много времени отнимать на это дело, но тем не менее, ребенок из детского сада должен выйти достаточно всесторонне подготовленным к школьной жизни. К школьной жизни. Он должен знать, что такое его страна, как там сложить, умножить, какие-то алфавиты и прочее. Контакты между детьми тоже должны устанавливаться в детском саду. Вот с этим вопросы есть. Где-то лучше, где-то хуже. И, на мой взгляд, плоховато то, что вот, в том числе и городской департамент образования, министерство губернское, они ведут свою линию таким образом. Вот мы вам, как говорится, установочек какую-то дали, а дальше вы сами, сами. Вы знаете, мне это напоминает одну очень неприятную вещь. В свое время, когда Горбачев Михаил Сергеевич, ну, с его подачи, секретарем по идеологии стал... Ой, очень мало времени, Владимир Иванович. Да? Ушли вдалеко в историю, а время у нас программы заканчивается. Очень жаль, я бы интересную историю рассказал другой раз. Ну, наверное, в следующий раз. Спасибо большое за то, что к нам пришли, поделились своими впечатлениями от прошедшей избирательной кампании, итогами и планами. Надеюсь, вы проконтролируете работу своего районного совета, как-то будете участвовать, конечно, да? Конечно. Тем более у вас такой опыт. Ну, спасибо большое еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания.